Всем приветики. Купил себе недавно такое вот зарядное и кабель к нему, потому что сказали, изначально хотел зарядное купить, только зарядное, но сказали, что нужен еще и кабель, потому что от кабеля тоже зависит, будет ли полностью передавать всю силу тока, потому что если какой-нибудь кабель неподходящий, может быть только ну, зарядно будет выдавать 2 ампера, а кабель пропускает только 1. Поэтому взял еще и кабель, чтобы нормально могло заряжать с полной силой тока. А взял, потому что, чтобы оригинальное зарядное с собой не таскать везде. Да и вообще лучше, чтобы было 2 зарядных, одно дома, другое с собой. Поэтому взял себе зарядный кабель к нему. Но я когда покупал, не видел сразу, а сейчас. Ну, а потом, когда мне дали в руки, когда я уже начал оплачивать, увидел, что фирма Хока. А Хока, как я уже по кабелям для микрофона убедился, это качественная фирма, поэтому я доволен покупкой. Вот такая коробочка. Здесь ценник был, правда, они так постарались его отколупать, что запортили коробку. Ну, сама коробка матовая, рисунок глянцевый такой, только он и блестит, а коробка нет. Хока, премиум продукты. Он на самом деле премиум, потому что, ну, качество хорошее, ну, я не знаю, как здесь, но по кабелям точно. По кабелям точно можно сказать, что премиум. Make something you love. Та же надпись, что и в прошлый раз, пластиковая. Вешалка, аксессуары, вход 220, ну, от 100 до 240, выход 2,4 ампера и 5 вольт. Два USB-шника здесь. Вон они два. Такая вот штука, что здесь Smart Dual USB Charger. Так, вроде все. Теперь открытие. Снимаем наклейку и открываем коробочку. Что у нас в коробочке? Пластиковая держалка. Потом там внутри такие молодцы. Везде силикогель ложат, чтобы влага не проникала, не портила вещи. Здесь зарядная, а здесь странно. Такое ощущение, что здесь что-то лежало. Типа кабеля, наверное. Хотя по логике только зарядное должно быть, ну, такое отверстие, как будто чтобы что-то еще лежало, но забрали. А здесь даже не видно, что было в комплекте. Даже не знаю, но такое ощущение, что там что-то лежало, типа, может, какого-нибудь маленького кабеля, который кто-то уже присвоил, ну, потому что реально такая ямка еще даже больше, чем ямка для самого зарядного. Сюда почти что зарядное помещается. Да, наверное, провод какой-то был, мне так кажется. Надо будет потом глянуть в интернете, что вообще в комплекте идет. Да уж, ну, если там ничего не было, а просто такая ямка, то ладно. А если было, то неприятно, конечно, то, что кто-то забрал вещи. Хокко. Ну, на вид качественная. Модель C12. Вход и выход. На вид качественная, такая пластмасса, гладкая, глянцевая и металлическое такое кольцо овальное. Классно, классно выглядит вообще. А здесь два USB-шных разъема. Вот они. Ну, царапки какие-то, но реально такое ощущение, что им кто-то пользовался. Оно просто
вот в магазинах висит на витрине, и кто его знает, может, ими кто-то уже реально пользовался. Но видны такие небольшие вон какие-то потертости. Хотя вещи новые, вроде не должно быть. А может так, я не знаю. Уже изначально было, мало ли, как оно там, в каких условиях оно там изготавливается. Ну, так вообще на ощупь, на вид приятная вещь. Так, кабель теперь, Так. Perfect for charging and something, your device, high quality, высокого качества материала. X1, micro USB 2 метра. Точно такая же коробочка, на вид, на ощупь. Это матовая, это глянцевая. По бокам ничего, снизу, сверху. Странно, что снизу есть наклейка, а сверху нету. Вот сзади. То же самое, все написано. Так. Все то же самое. Так, открываем тогда. Смотрим. Раз там такая пустота, это было бы, конечно, жестко. Смотришь, а там ничего. А где силика? У них же всегда лежит силикагель. Ну вот, реально, блин. Я помню, кабеля покупал. Другие два кабеля, вообще маленьких, в каждом лежал силикагель, а здесь нету. И в этом лежал силикагель. Такое ощущение, что эти продавцы немножко рукатые. Такое ощущение. Потому что как бы у Хока всегда силикагель лежит. Такое ощущение, что здесь должно что-то лежать, а нету. И там должен как минимум силикагель лежать, а нет. И здесь все так скомкано было. Оно случайно не отрезано? Сейчас я посмотрю внимательнее. Ну, такое, блин, такое ощущение, что да, оно реально отрезано. Потому что я помню, когда брал кабели у Хока, точно такой же пакетик, в нем лежит кабель, рядом с кабелем силикагель, а на конце здесь, по-моему, было запечатано. И я еще разрывал или что-то такое, я не помню. Вытряхивал кабель силикагель, а здесь оно так аккуратненько отрезано. Но не сильно аккуратно, он на неровности какие-то. Силикагель, естественно, уже нету. Здесь резиночка какая-то, хотя в прошлый раз были скрутки, по-моему, на других кабелях от Хока. А здесь резиночка, потому что, естественно, скрутка уже будет некрасиво смотреться, потому что если ее один раз раскрутить, то уже все. Она будет не очень. Так, поэтому не берите технику на рынке, только в магазинах. Я впервые купил кабеля на рынке, всегда покупал в магазинах, а сейчас решил на рынке взять. Ну и оказывается, что зря, потому что они там сидят и везде лазят в этой технике, что-то могут присвоить и дать не комплект за цену комплекта. Поэтому, ну, кабель вроде нормальный такой. На вид, на ощупь. Такой матовый, красивенький. Хэ-хокка. Ну, по идее, должен быть качественный. Еще такая, такой заворот классный. Здесь и здесь. Короче, такие сужения такие классные. Такой раз сужается. Классно. Классно смотрится реально.
такое, таким ромбиком. Так, а здесь? Блин, прикольно вообще, классно. Надо будет попробовать на зарядке. Как оно работает? Ну, вставляется тяжело, значит. Значит, не сильно он юзанный. А может и не юзанный, я не знаю. Может я зря о них так продавца. Может они нормальные. Так, сейчас надо подключить к чему-то. Ну вот, я подключил свой пауэрбанк. Видно, что заряжает. И круто, что кабель двухметровый. От розетки довольно-таки далеко, а достает, это классно. Потому что на оригинальном у меня, по-моему, метр. Его очень не хватает. А здесь двойка. Это реально круто. Он длинный и достанет вообще куда угодно. Плюс само зарядное. Сам вот этот блочок. Он не шумит. Я покупал такой же двойной от фирмы Red, по-моему, или как она там называлась. И я не помню название, но что-то с Red было связано. Его когда включаешь, когда подключена зарядная и заряжается, то оно нормально работает, не шумит. А когда зарядилось, оно начинает шуметь. А это вроде бы и сразу, когда включаешь зарядное, вот на том блоке, когда включаешь сразу, вот когда на единичке, когда начинает первый ток идти, оно гудит сильно. Потом, когда уже чутка зарядилось, перестает гудеть. И когда полностью зарядилось, начинает гудеть. То зарядное. А это зарядное нормально. Я включил. Оно сейчас полностью разряжен. То зарядное бы, которое я раньше покупал, тоже на два слота. Оно бы уже гудело, а это не гудит. Ну, я послушал возле розетки. Нормально, тишина. То есть, вроде классно, качественно. Хорошая вещь. Ну, Хока я по кабелям видел, которые в предыдущий раз покупал, что реально классные вещи Хока делают, качественные. И тут оно видно и на ощупь, и на вид, что, ну, реально классно, качественное. Так что я доволен покупкой. Хорошая вещь, заряжает. Даже, может быть, по качественнее будет, чем мое оригинальное зарядное от Xiaomi. Плюс тока больше. У меня на Xiaomi 2.1, а здесь 2.4. И кабель, по идее, должен пропускать весь этот ток. Поэтому все круто. Все супер. Вот. Ну вот оно зарядное, получается. Сейчас оно заряжает. От него подключен пауэрбанк. И тишина, не слышно, чтобы оно гудело. Вот, так что. Ну, вроде нормально. Протестировал я его, все нормально. Как самим зарядным и кабелем я доволен. Хорошая покупка. Но как тем, что, ну, здесь могло что-то быть. И здесь тоже кто-то типа вскрыл. Ну, мне кажется, что, ну, если вот это вот все нормальное состояние, то ладно. А если здесь кто-то лазил, то как-то не очень. Ну, то есть, техникой я доволен, а тем, что здесь, возможно, полазили продавцы, я, естественно, недоволен. Вот, как-то так. А на этом все. Всем покедово.